прямо у трапа. Зеленский долго тер спину и тряс руку Трюдо, который недавно развелся и обожает, как выяснилось, не только фашистов, но и гомосексуалистов. По плечу похлопал президент Украины Владимир Зеленский, лидера Канады, премьер-министра Джастина Трюдо. И за это все, посмотрите, как ухватилась российская пропаганда со словами «Зачем трет спину Джастину Трюдо Зеленский?» Это, видимо, главный вопрос, который волнует, не предоставление нам помощи. Да? Ну вот, зачем трет спину? Сергей, а для кого такие месседжи адресованы вообще? Мне кажется, что российский обыватель, многие, вот, который картошку копает, он даже не наблюдает ни за этими встречами, он не знает, кто такой Трюдо, или я ошибаюсь. Это для кому это все послано? Вот как еще объяснить, что Украина страна, президент у нее актеришка, как не рассказывая о том, что вот, например, Зеленский, он пожизненно и виноват, уже исходя из того, что он еврей. Да. Ведь известно же, что ни один приличный человек не позволит себе родиться евреем. А конечно, даже если родился, то не позволит себе быть евреем. Он что-нибудь придумает по этому поводу, потому что среди евреев приличных не бывает. И когда риторика идет на вот таком подзаборном уровне, когда страна антисемитов, а Россия, она страна антисемитская была в веках. И мы помним, при императорах черта оседлости, евреи — это не просто человек второго сорта, даже третьего. И Исаак Левитан, который стал великим русским художником, вопреки системе, которая его уничтожала и отказывала ему в том числе в обучении и живописи, он все-таки состоялся, но не потому, что помогали, а потому что его хватило прочности на какое-то время, и над ним всю жизнь потешались и издевались. Но смотри, еврей. И вот эта риторика, она единственная понятная. Если, а что еще можно сказать? Трюдо, Канада. Вот так вот запросто, с Зеленским, и вот так вот похлопав по плечу. Как это можно оставить без внимания? Тут нужно сказать что-нибудь одно. Ну, например, там шнурок развязался. Ха-ха, он не умеет завязывать шнурки. Значит так, он по спине его похлопал. Это тоже что-то значит, такой понебратский жест. Как можно в обязательном порядке, отрабатывая заказ на унижение оппонента, показывая его мелочность, недостоинство, отсутствие, в принципе, каких-то параметров личности. Ну, никто случайно у власти, ха-ха, посмотрели на Путина 3 раза внимательно, кроме как на пещерном языке, понятном именно тем, кто вдруг внезапно на это обратит внимание. Язык должен быть совсем доходчивый. Матом, пожалуй, пока еще рано, потому что все-таки эти люди матом разговаривают, матом думают, они им не ругаются. Но из всего остального объяснять, кто такой Трюдо, насколько Канада серьезно поддерживает Украину, не просто соболезнует, как она раскрыла объятия дружбы, принимая беженцев, помогая материально и оружием, это все не надо рассказывать. Нужно заметить то, что оценит обыватель. Обыватель оценит, что эти люди общаются так же, как у них Васек с Петром. Вот они возле магазина, вот так вот по-свойски. Это вообще-то среди людей, понимающих статус дипломатического протокола, очень весомо, очень значимо и очень позитивно. Да. Ну, Россия, кто об этом будет рассказывать? В России нужно обязательно увидеть, насколько ничтожен враг. А здесь теперь еще и какое-то Трюдо, оно тоже кажется такое же ничтожное. Ну, то же самое, как вот были карикатуры Кукрыниксов про Гитлера, про Петена, про Квислинга. И вот это, тем не менее, была официальная позиция, что ты борешься с недостойным. Почему-то не всегда и не так ловко выигрываешь. Он как-то недостоин, а что-то силен. До этого точно такое же карикатурное сопровождение было, например, русско-японской войны 1904-1905 годов. Японцы рисовали исключительно как дрессированных обезьянок. Но только Япония победила в той войне. Как-то неудобно получилось. Не тем проиграли, не по рангу. Здесь аргументов больше не остается. Как еще можно, что бы то ни было, комментировать в успехах на международной арене Владимира Зеленского? Только в уничижительном тоне, только в понятной риторике, когда твой народ хотя бы догадается, что ты имеешь в виду. В сентябре стоимость 1 литра бензина АЕ-92 выросла на 8 рублей. Мы же знаем, за чего это происходит. Что там происходит в этих других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребитель же результат нужен. На фоне рекордных биржевых цен на топливо, срывов сроков доставки нефтепродуктов РЖД, а также нехватки топлива в ряде регионов Российской Федерации уже появились случаи закрытия АЗС из-за убытков.
Об этом пишет «Известия». Также появляется сообщение от замминистра энергетики России Павла Сорокина, который говорит, что ограничения на экспорт топлива из Российской Федерации, они введены бессрочно. Срок действия зависит от насыщения рынка, но при этом бессрочно. Ну, как всегда, вот эти биполярные заявления. Что происходит? И насколько это показывает, что страна-бензоколонка уже свои вентили должна прикручивать? В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле, как предупреждал Станислав Ежелец. Поэтому, конечно, есть, как всегда, картинка легальная для всеобщего обсуждения и истина происходящего. В России последние десятилетия есть монополизация рынка нефтепродуктов. Ну, вот, например, в Америке. Как выглядит вообще, тем более в Америке там дешевый бензин, американцы стонут, что дорожает, и тем не менее он чрезвычайно дешевый. Как выглядит вообще рынок нефтяной? Есть те, кто добывает нефть, есть те, кто везет нефть, есть те, кто ее перерабатывает, и есть совершенно другие фирмы, которые ее продают. Рынок не монополизирован. Сколько в Америке нефтеперерабатывающих заводов? Ну, где-то 132 нефтеперерабатывающих заводов. А в России, ну, методики подсчета на всякий случай лукавые, но вообще-то их 32. То есть чуть поменьше. И они все встроены в чью-то монополию. Нету независимых заводов. Это полный цикл. Например, тот же самый «Газпромнефть» или какой-нибудь «Лукойл» там, или «Роснефть». Они владеют нефтедобычей, то есть прииском. Они везут нефть. Они на своем заводе перерабатывают. Дальше они развозят готовый нефтепродукт по бензоколонкам. И дальше они это продают. И на рынке, вот на этом конечном витке потребления, на этом финальном коротком километре доставки, есть некоторое количество независимых компаний, ну, всяких там маленьких сетей по продаже нефтепродуктов. Бензином торгуют, обычным бензоколонком, независимые. Их истребляют, их уничтожают очень некрасивыми методами, но они пока еще есть. Рынок все-таки окупает твои затраты на содержание 2-3 собственных бензоколонок. И каждый год происходит одно и то же. Если посмотреть статистику уголовных дел, ну, там, за последние 10 лет, ну, условно говоря, 2011 год, энергетический кризис в России. Роснефть и Газпромнефть решили в Алтайском крае уничтожить независимых продавцов нефтепродуктами. Для этого они перестали отпускать готовый бензин не своим, только на свои газпромовские заправки, только на свои заправки на Роснефть. Тогда начали закрываться бензоколонки, начался кризис, потому что некоторые районы, бывает так, что там нету, например, заправки Газпрома, а есть заправка какой-нибудь там Вася Иванов. Вот Вася Иванов закрылся. Начинается кризис. Этот кризис, он никогда не бывает очень локальным. Он всегда выплескивается на всю страну. Потому что это все-таки довольно длинное плечо доставки. Это очень много участников, даже в рамках одной корпорации. Но это игра монополий за дальнейшую монополизацию, потому что не должно быть конкурентов. Не должно быть тех, кто диктует иную цену. Даже если у кого-то на 5 копеек дешевле, эта конкуренция неприемлема. Он должен быть уничтожен. Уничтожить как в 90-е годы, просто отстрелом, конечно, можно. И самая мощная структура, «Лукойл», она имеет как раз службу безопасности, которая готова решить абсолютно любые вопросы. Но в последнее время, ну, как-то не принято, нужно удушить экономически. Поэтому передел вот этого рынка, он происходит всегда, он происходит десятилетиями. И вот если посмотреть в Яндексе на ВИФ, там, 2011 год, и дальше вот эти кризисы, то они все по одному и тому же сценарию. Под осень, середины лета, под осень, во-первых, обязательно на осень назначается якобы ремонт какого-нибудь узлового, центрального, главного нефтеперерабатывающего завода. Как раз нужно урожай собирать. Самое время сделать вид, что у тебя цикл технологический требует именно в момент сбора урожая, то есть наибольшего пика потребления нефтепродуктов, чтобы нефтеперерабатывающий завод остановился. Тут же обязательно прекращаются поставки всем остальным конкурентам, чтобы они... И они... Потом начинается расследование, потому что детонирует по всей стране, и вот кризис, например, 2011 года, спровоцированный Газпромнефтью и Газпромом, Роснефтью и Газпромнефтью, он привел к тому, что волна нехватки топлива докатилась аж до Дальнего Востока, и тогда впервые были разрешены закупки бензина за границей. И тогда великий, могучий индустриальный Советский Союз покупал бензин в Китае. А в Китае он лучший в мире. Потому что там самые современные нефтеперерабатывающие заводы, американские, по лучшим технологиям, с невероятным совершенно КПД. Ну, советские технологии, это из одной тонны нефти ты получаешь 200-300,
литров светлого нефтепродукта, а на Западе и в Китае 800. То есть в России 700 уходит в мазут, в отвалы, в мусор, а во всем мире 200, не больше. Очень высокий КПД, очень хороший бензин. И тогда как раз дальневосточники там пару месяцев ездили на классном бензине, а у них праворукие машины, и они как раз получили шикарный бензин. Наконец-то у тебя клапана не звенят, у тебя машина тянет, у тебя там окалины никакой. Ой, красота. Ну, праздник длился недолго. Потом было расследование. И расследование Федеральной антимонопольной службы постановило и с доказательствами, предъявленными, всему миру объяснило. Это был картельный сговор. По Российскому уголовному кодексу картельный сговор – это наказуемое. За это сажают в тюрьму. Ну, это же «Газпромнефть», это же «Роснефть», кто же их посадит, это же памятник. И тем не менее, это уголовное преступление. Это уголовное преступление происходит каждый год. Каждый год громят тех, кто еще выжил. Каждый год монополии борются за рынки сбыта. Каждый год обязательно происходит кризис. И у него всегда есть два оправдания. Первое – визуальное, это картинка в телевизоре, когда Путин собирает руководителей нефтекомпаний. Там Сечин какой-нибудь сидит, мордоворот, еще какая-нибудь там сидит, дрессированная штуковина. И они якобы краснеют, потому что им очень неудобно, а Путин на них, соответственно, поднимает бровь. Все с точностью да наоборот. Это общая игра, в которой не те виноваты, кого показывают. Ну, нужно же кого-то показывать. Народ же знает, кого не любить. Путина любим, этих не любим, они мироеды. И параллельно с этим, в обязательном порядке, в качестве оправдания еще говорят об экспортных ценах. Знаете, вот так сложилась конъюнктура, что за рубежом более выгодно продавать, поэтому это же частный бизнес, мы же не можем диктовать. Кто же прикажет Сечину? Он же частник. У него же Роснефть полностью его частная компания. Поэтому ему выгоднее продавать в Америку бензин. Ну, естественно, продает в Америку бензин. И для того, чтобы как-то компенсировать его упущенную прибыль, мы заставляем его, просим, ну, чисто по-дружески, ты не мог бы Сечин торговать бензином в России, а мы тебе за это из бюджета разницу выплатим, сколько бы ты заработал, если бы продавал в Америку. А сколько продается в Россию? Сколько продается из России за рубеж? Закрытая статистика. Нигде никогда не получишь цифры, сколько же экспорт бензина за рубеж. А в какие страны? Так вот, из России бензина продают за рубеж 10% максимум. И 10% сказываются, организуя коллапс. Расскажите это кому-нибудь в другом городе. Но какой бензин и кому? Во-первых, советский бензин самый плохой на планете Земля. В Индии лучше, в Монголии лучше. И самый плохой в мире бензин, его в Америке не продают. Его продают в Казахстан, его продают пока еще в Монголию. Монголия пока не достроила свой индийский нефтеперерабатывающий завод. В Монголии есть своя нефть. И сейчас этот завод тоже достраивается, со дня на день будет пущен. И поэтому вот эти 10% – это технический брак, это пятый сорт. Он идет для газонных косилок, сеялок и веялок, и покупают его там в Казахстан, его покупают в Монголии. Еще пара стран, а сейчас танковый подвоз поглотил все это топливо, потому что комбайн «Нева» и танк Т-34, они на одной и той же солярке. Mm-hmm. И вот вся солярка ушла, хотя официально тут же вдруг сказали, что, знаете, в кои-то веки в Бразилию, там, в Венесуэлу солярку стали продавать. Смешно, это прям для тех, кто вообще не в курсе. И это ежегодный картельный сговор по добиванию последних оставшихся в живых конкурентов, который прикрывается разговорами о более выгодных ценах за рубежом, ремонте главного какого-нибудь нефтеперерабатывающего завода и немножечко распоясавшихся олигархах, которых некому пристранить, потому что Путин занят сейчас войной, а так бы он, конечно, бы уже. Это всегда уголовное преступление. Это всегда картельный сговор. И как только вот мы с вами уже наблюдаем эту картину месяц, она сейчас пришла к какому-то полуфиналу, когда стали закрываться колонки, а на самом деле, как только этот кризис стал достоянием гласности, тут же через два дня было опубликовано правительственное постановление по этому поводу, признавшее картельный сговор. Сейчас вы его не найдете. Оно провисело в интернете там буквально полдня. Это было официальное сообщение, установившее причину, потому что все-таки наверху кто-то не понял, что происходит, забыл, как это происходит каждый год, и в этом году сказал, ну-ка разберитесь. Ему разобрались, сказали, так это потому что это картельный сговор Роснефти и Газпромнефти, которые делят рынок, и вот у нас документ. Ай, как некрасиво, а спрятать нельзя? Давайте так, давайте, это экспорт возрос, и, ну и да, и как всегда мировая цена на нефть. А, кстати, сколько в одном литре российского бензина занимает стоимость нефти? 7%.
Вот 7% – это непосредственно та самая биржевая цена, которая то ли выгодная, то ли невыгодная. Эти 7% могут поколебать стоимость, а также недостачу? Конечно, нет. А что там еще? 60% – это Путин и его друзья. Вот. Это акцизы, налоги – это государственная лапа, которая в кармане каждого водителя страны свои 60 копеек из рубля обязательно забирает. Ну, там от 60 и больше, потому что здесь еще нужно, опять-таки, учитывать, кто занимается нефтепереработкой, там государственная компания или это частная компания, потому как 7% – это стоимость барреля, 30% – это весь цикл добычи нефти, подвоз нефти, переработка нефти, развоз бензина, продажа бензина. Она никогда не бывает больше 30%. А все остальное – это как раз Путин и олигархи. И когда вдруг цена возросла, это к Путину. А когда бензина не стало, это к олигархам, к друзьям Путина. Но народ же не разборчив. Тем более этот сценарий, он чем хорош? Он каждый год один и тот же. В прошлом году было то же самое. На фоне войны не так было заметно. Позапрошлом году было то же самое. Позапрошлом году было то же самое. Но если у людей такая короткая память, если рыбка Дори не помнит в принципе, что было месяц тому назад, то почему нужно придумывать какие-то новые оправдания? Достаточно тех, которые ели в прошлом году. Дожевывайте их и теперь. Они с удовольствием дожевывают. И в будущем году будет то же самое. Почему-то именно к осени закроются основные нефтеперерабатывающие заводы. Почему-то подскочат цены, почему-то не будет солярки, и почему-то правительство будет решать эту проблему. Олигархи по-прежнему будут доколачивать конкурентов, ну, заодно тихонечко отгрызать друг друга, потому что там, когда у Татнефти, например, возникли проблемы, ее тоже грызли с удовольствием такие же по рангу и по весомости зубастые акулы именно нефтепереработки. Ну, потом мы все сказали циц, так уж и быть, циц, исполнили. А всего-то игроков на российском рынке 5, и эти 5 до сих пор добить не могут независимых предпринимателей. Ну, рано или поздно добьют. Сергей, вышло и экономически, и политически. Спасибо вам огромное за ваше объяснение. И, как всегда, познавательно. Спасибо вам. До свидания. Сергей Асланян, журналист и ведущий программ «Ходорковский лайв», был со мной. С ним была я, Ирина Узлова. Сейчас с топливом вообще какая-то беда происходит. Газа, я имею в виду пропан-бутан, на 99% заправок вообще в принципе нет. Он продается только по талонам, либо по топливным картам. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. Михаил Иванович, если говорить о проблемах с бензином, мы в предыдущий раз с вами говорили, что есть уже сложности даже в Крыму оккупированном. И вот сейчас уже говорят о том, что даже не хватает горючего на уборку урожая. Объясните мне, пожалуйста, вот я не понимаю, казалось бы, Россия, столько нефтепродуктов, а самой-то не хватает бензина. Это с чем связано? Ну, для начала действительно чудеса. Можно было бы представить себе, что в театре военных действий, вот где действительно идут, где войскам российским нужно много топлива, они там ездят на танках, бронетранспортерах, пока еще не подбитых. И поэтому действительно там очень много тратится и солярки, и бензина, всего чего угодно. Но вдруг мы замечаем, что дефицит-то у нас не только, скажем, в оккупированном Крыму или где-нибудь в Ростовской области, а он распространяется дальше. Оренбург. Там кричат сельхозпроизводители нам на уборочную страду, топлива не хватает. Вообще нет никакого, ни дизеля, ничего. Дальше смотрим Самарская область. А тут три крупнейших нефтеперерабатывающих завода, компания «Роснефть». А там перебои со снабжением топливом. Смотрим на Дальнем Востоке. Опять у Роснефти там два завода в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. И там даже уже начались перебои с нефтью. Так что же такое происходит-то? Ну, для начала, если обратимся к арифметике, увидим, что Россия сократила экспорт нефти за границу. А сократила, объявила, ну, якобы для того, чтобы выполнить свои обязательства перед группой ОПЕК+, поддержать цены на нефть на рынке, на мировом и так далее. И гордо заявляют, что мы больше будем денег получать из-за того, что меньше экспортируем вот этих тонн и баррелей российской нефти. Ну хорошо, сократили экспорт. Это что значит? Значит, на внутреннем рынке должно появиться больше нефти и нефтепродуктов. А не получается. Значит, в результате мы видим очень простой вывод.
в России сокращается добыча нефти как таковая. То есть в России меньше уже становится нефти. Да, нефтяные компании стремятся как можно больше продать за границу. Пусть даже дешевле, чем вот этот потолок цен, им все равно. Потолок цен существует и на нефтепродукты, и на нефть сырую. Но нефтяные компании продают эту нефть своим дочкам, компаниям, которые зарегистрированы за границей, а те продают по низкой цене, ниже вот этого потолка. А те компании уже дальше начинают по мировым ценам все это реализовывать дальше. Это, и в России все это не возвращается. То есть санкции работают, они влияют на российский бюджет. Но нефтяные компании не вкладывают деньги в развитие вот, отрасли, в разработку новых запасов нефти, которые еще есть даже в открытиях каких-то, пусть небольшие, но открытия месторождений, туда не вкладывают. Почему? Потому что налоговая обстановка в России, она меняется ну, по нескольку раз в год. И ни одна нефтяная компания не знает, что произойдет с этим новым проектом через год, через два. А проект может приносить нефтяную прибыль, начать приносить чистую прибыль, только где-то ну, через 7, через 10, через 15 лет. Вот они очень длительные, эти проекты. И начинать туда вкладывать деньги и добывать какие-то объемы нефти просто так, ну, не имея с этого чистой прибыли, ни одна коммерческая компания не станет. А дальше уже произошло другое. Испытывая недостаток в средствах, российское правительство объявило, что оно не будет больше в прежних размерах компенсировать нефтяным компаниям убытки от продаж на внутреннем рынке. Ну, был такой механизм. Брали из бюджета, то есть из денег, которые должны принадлежать всем российским гражданам, налогоплательщикам, деньги, и компенсировали нефтяным компаниям убытки, которые они несут от реализации бензина и солярки на внутреннем рынке. А сейчас сказали, вы знаете, у нас денег не хватает, поэтому мы вам в половину скостим все это. Нефтяные компании сказали, ну зачем нам торговать себе в убыток, мы будем лучше отправлять по бросовым ценам за границу и там через посредников выгоду какую-то получать, чем все это поставлять на внутренний рынок. Но сначала объявили, у нас тут профилактика на нефтеперерабатывающих заводах. Ну какая профилактика в разгар уборочной страды? То есть не должно такого быть. Потом объявили, что якобы трудности с подвозом топлива из-за того, что железные дороги не справляются. Раньше справлялись, а сейчас вот вдруг почему-то не справляются. Что они там такое дополнительное возят, эти железные дороги, на Дальний Восток, скажем. Поэтому, ну вот факт такой. Первое, это позиция правительства, которое увеличивает налоги на нефтяные компании, а в цене бензина у нас больше 70% это налоги. Второе, это топливо нужно военным. И третье, нефтяные компании из-за невыгодности внутреннего рынка отправляют как можно больше и нефтепродуктов, и сырой нефти за границу. Вот такая картина. А как вы считаете, Михаил Иванович, а дальше как будет? Будет правительство Путин давить на нефтяные компании, менять законодательство или все-таки обострение с нестачей бензина, топлива будет расти? Ну, я думаю, проблемы будут нарастать, потому что те предложения, с которыми выходит правительство, эти предложения, ну, практического значения не имеют. Они предложили, что давайте разрешать экспорт только тем компаниям, которые выполнят какие-то квоты для поставки на внутренний рынок. То есть это что у нас? Это больше уже рынка нет никакого в нефтяной отрасли. Это госплан. Значит, по разнарядке компаниям будет предписано какие-то объемы поставлять нефтепродуктов на внутренний рынок, пусть даже себе в убыток. Ну и кто будет из коммерческих компаний так работать? Это будет саботаж, это будет бойкот этих автозаправочных станций. Повысятся цены. Мы уже видим, что цены растут, что владельцы независимых сетей АЗС, они разоряются, потому что на бирже покупать топливо, ну это бензин 95-й, где-то там 75 рублей за килограмм. То есть, ну где-то, ну пусть 70 рублей за литр.
Это они должны покупать его, а потом этот бензин выставлять где-то по 55, ну хорошо, 60 рублей. Не проходит это все. Поэтому вот когда начинают усиленно административным методом командовать рынку цены направо или налево, через левое плечо, обратно развернись, раз, два, стой на месте, и приказы отдавать, то ничего хорошего в этом не получится. Это будет дефицит, это будет рост цен. Ну, вот в таком состоянии находится российская экономика. Это хаотичное руководство и война. Ну, а, кстати, Михаил Иванович, а вот можем ли мы ожидать, что начнутся проблемы с поставкой топлива именно на фронт? Ну, я думаю, на фронт будут отдавать все, что только можно отдавать. А вот гражданскому населению, которое тоже испытывает необходимость в топливе, в частности, для подвоза товаров в магазин, просто вот вульгарно для этого, конечно, цены будут расти, перебои будут сказываться, да, перебои в снабжении, в наполнении магазинных полок. Ну, ничего хорошего-то впереди мы не видим. Вот от этой плановой экономики, которая все бросает на войну, а экономикой национальной руководит так, что ужас охватывает. Михаил Иванович, еще немножко цифр. Вот по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, военные расходы России в 2022 году составили 9,2% и выросли на 9,2% и составили примерно 85 миллиардов долларов, что эквивалентно более 4% ВВП. Как вы считаете, это непомерные траты? И вообще Форс подсчитал, что Россия уже потратила около 170 миллиардов долларов на войну. Вот эти суммы, как вы считаете, это много или нет? И насколько России в таких темпах хватит денег воевать? Ну, проверить это вообще никак невозможно. То есть Россия доллары-то не получает, во-первых. Она тратит рубли. А рубли, они так быстро теряют свой курс, вот стоимость, расплачиваются внутри России в рублях. Поэтому сколько они туда потратили, потом по какому курсу вы их пересчитывали в доллары, мы можем спросить у Forbes, у Reuters, у всех, кто там вот сидит и все это пересчитывает. Долларов-то в России, это такой голод долларовый, их нет, потому что зарубежные банки не готовы с Россией, с российскими банками вести какие-то операции через корреспондентские счеты, где проходят доллары. Поэтому приходится. То у нас какие-то динары, дирхемы, то юани, то те же самые индийские рупии, фантики, которые в банке лежат. И поэтому говорить о том, сколько, кто, где, что потратил, ну, это совершенно невозможно. А то, что экономика уже испытывает значительные проблемы из-за военных расходов, это совершенно очевидно. И понятно, что сейчас по всем нормам и по стандартам, по международным, вот Россия докладывает о том, что у нее в этом году вырастет ВВП. Но ВВП, ну хорошо, экономическая активность. А что такое экономическая активность? Это когда много людей в России занимаются тем, что обслуживают войну. То есть производят то, что сгорит, взорвется и будет уничтожено. Это не повышение благосостояния страны, это не прогресс. Это работают на истребление материальных ценностей, а не на их создание. И когда вот эти ложные цифры, в России повысился ВВП, начинают где-то везде муссировать, то мы видим, что это туфта, потому что ВВП, ну это как в советское время было, и знаете, у нас нет никакой инфляции, потому что цена, например, даже падает на баяны. Вот были такие моменты в российской истории, когда, вы знаете, тут цены у нас в магазинах растут на пельмени и на колбасу, но зато мы снизили цены на капроновые чулки и аккордеоны, и на проявители-закрепители для фотолюбителей. Вот сейчас то же самое. Вот идет бурное промышленное развитие вот в тех отраслях, которые обслуживают войну, то есть на разрушение материальных ценностей. А на создание материальных ценностей, ну, выпуск, скажем, автомобилей, ну, там в полном, в
полном прогаре находится эта отрасль. Поэтому вот вся статистика, она очень лукавая и лживая. На нее я бы не стал обращать никакого внимания. И говорить о том, когда деньги кончатся, ну, если в рублях, то напечатают опять еще рубли, обесценят эти рубли и будут расплачиваться. Да, получили там где-то $2 за границей, умудрились через каких-то посредников получить, но если раньше эти $2 стоили там в России, оборачивались где-то в 100 рублей, то сейчас эти $2 уже в 200, а дальше будут еще и в 1000 оборачиваться, и будет гордо объявлено. Вы посмотрите, как у нас красивая экономика сводит концы с концами и даже процветает. А вы, кстати, Михаил Иванович, как считаете, что рубль дальше будет неизменно падать и будет 200, 300, 500 тысяч рублей за доллар? Условно. Нет, я предсказывать это я никак не могу, но дорога доллару, вот она как раз туда, в России, он будет дорожать, потому что долларов очень сильно не хватает на этом финансовом рынке. Как вбрасывают на финансовый рынок те же самые юани, а не доллары. А для того, чтобы получить доллары и расплатиться чем-то за импортные товары, а у нас импортные товары, ну, на полках магазинов это где-то 65%, а в медикаментах там 95% нужно закупать за границей. И поэтому, ну, конечно, этот доллар будет расти и расти в цене. Мало того, в цене растет по отношению к рублю даже юань. Ну, в Китае мы очень много что закупаем. Остался у нас самый главный такой поставщик товаров – это Китай. Но вот, ну, юани – это юани. Когда российский Центробанк вдруг решил отказаться от долларов, от евро и перевел все свои средства из вот этих валют в юани, потерял миллиарды и миллиарды. Потому что, посмотрите на графики стоимости юаня по отношению к доллару. Он падает все время. Китайцам это выгодно. Низкий курс юаня, потому что они расплачиваются им внутри страны, а получают за свой экспорт твердую валюту. А Россия, которая перевела свои валютные запасы в юани, это, ну, патриотично, это, конечно, красиво, ужасно выглядело с точки зрения лозунгов, но с точки зрения наполнения вот запасов финансовых в стране, это полный провал. Ну, а физически, Михаил Иванович, может исчезнуть доллар как таковой с рынка России, да? Вот вы говорите, что на юани переходят, доллар будет расти, а вообще, ну, не то, что отказаться, да, от доллара, но он просто исчезнет и будет все считать в рупиях и юанях. Не, ну, считают-то в долларах, переводят эти рупии, юани, дирхемы и рубли потом в доллары. Это очень смешно выходит, потому что там неизвестно по какому курсу. Но доллар, конечно, не исчезнет. Он вообще никуда как-то вот не исчезает, несмотря на все предсказания его скорого краха. В России по очень приблизительным подсчетам на руках у населения где-то 260 миллиардов долларов. Это... ну, четверть триллиона долларов на руках где-то, в матрасах, на банковских счетах, кстати, еще как-то хранятся. И поэтому вот эти огромные суммы, они никуда, конечно, не исчезнут. Ввести ограничения на их оборот могут, но это опять возвращение к какому-то, к экономике военного коммунизма, к госплану, и ничего хорошего от этого не будет, кроме дефицитов и высоких цен. РБК передает, что в России наконец-то поняли, что захваченные территории Украины надо содержать. И есть следующие цифры, что даже такие дотационные, как Чечня, Ингушетия, Тыва, 79, 82, 80%. А вот Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, аннексированные, они потребуют 90% дотаций с российского бюджета. Ну, все правильно. То есть, вот, какие-то территории внутри России требуют дотации и находятся часто в плачевном состоянии. Вы посмотрите, отток населения. Не только отток населения откуда-то из Дальнего Востока, из сибирских регионов. Посмотрите, Смоленскую область, Костромскую область, откуда бегут люди, просто не хотят там больше жить. А то, как Россия заботится о захваченных территориях, ну, посмотрите, во что превратилась та же Абхазия по сравнению с Аджарией,
где никаких российских войск не было, никаких захватов у Грузии это не было. В одном случае это процветание, Батуми это курорт мирового класса и привлекательный для жизни и для бизнеса регион. А Абхазия, ну, это дыра занюханная, заброшенная, там древние развалины санаториев и прочее. Ну, если территорию захватили, то потом Россия, чтобы ее еще и отстраивала и развивала, ну это не получается. Но история так, понимаете, складывается, что если в какой-то стране в результате войны, вот кто побеждает? Если там побеждают коммунисты и Советский Союз, то наступает полная разруха. Сравните через границу территорию Финляндии и территорию Карелии. Сравните Северную Корею и Южную Корею. Ну, сравните ГДР в свое время и ФРГ. Ну, становится все понятно. Да, вот где Михаил русские Иванович, войска, там плохо. Но вот мы-то можем это поставить на чаше, да, весов. А вот в регионах многих России, где не знают, что такое хорошая жизнь, они и не могут поставить на чашу весов и понять, что такое хорошо жить, а что такое плохо. Не, ну им телевизор объяснит. Если говорить о газовом хабе в Турции, который вот хотят Эрдоган и Путин создать или уже создали, но СМИ что передают, что именно процесс создания этого хаба сейчас терпит неудачу. Почему? Потому что якобы Эрдоган и Путин не могут решить, а кто будет владелец хаба и кто будет им руководить. Насколько это все серьезно, как вы считаете? Ну нет никакого хаба. И не будет там никакого хаба. Вот хаб в свое время придумал Путин в декабре 2014 года, когда у него провалился проект «Южный поток». И он решил, что давайте вот мы будем достроим в Турции вот трубу, подведем ее к границе Евросоюза в Турции, и оттуда будем предлагать всем покупать российский газ. Хотят, пусть берут, не хотят, пусть не берут. Это будет вот у нас там хаб. Но по последним заявлениям Путина, он представляет себе хаб как какие-то газовые хранилища с трубами, с чем-то. Хаб – это не это. Хаб – это торговая площадка, часто виртуальная, электронная, на которой обмениваются контрактами. Есть контракты на поставку газа из разных источников, есть контракты на покупки этого газа тоже разными компаниями, потребителями или посредниками. И в Европе много разных хабов, их не нужно иногда, чтобы они физически были привязаны к какому-то месту. Вот в Италии существует хаб, который виртуален, полностью виртуален, нету какого-то места, где он находится. А когда Путин еще в 2014 году предложил этот хаб в Турции, то в Еврокомиссии ему четко сказали: вы знаете, хаб для Евросоюза за пределами Евросоюза нам не нужен. Мы не можем его регулировать, мы не можем его формализировать каким-то образом в соответствии с нашими вот стандартами, с нашими требованиями, поэтому не может этого быть. А рассчитывать на то, что на этом хабе российский газ, который в Турцию закачивается, он там будет расходиться по всей Европе, ну нет, вот по одной нитке, по одной веточке того самого конец турецкого потока, дальше в Болгарию называется Балканский поток. Болгары ничего не берут из российского газа, а газ там идет в Сербию и в Венгрию. И все, в объеме не больше 16 миллиардов кубометров в год. Это вот пропускная способность этой нитки. Вот одна эта нитка, это не хаб. Это невозможность там получать из разных источников и распределять по разным источникам. И поэтому хаб, идею хаба в свое время Эрдоган поддержал только из очень практичных соображений. Он сказал: да, мы обязательно поддержим, друг, брат Путин, мы тут вот... Ну, только вы, пожалуйста, скиньте цену за газ, который вы поставляете турецким компаниям, это раз. А второе, знаете что, давайте мы платить ничего не будем до 2024 года. Хорошо, и вот под этот, да, зато хаб у меня будет, сказал Путин, и согласился со всеми этими условиями. И в Турции, естественно, какой-то объем газа, по-моему, 15 кубометров в месяц, он бесплатный для турецких потребителей, потому что газ очень дешевый поступает или бесплатный из России.
Это помогло, кстати, Эрдогану выиграть президентскую кампанию в свое время. А сейчас можно рассказывать Путину о том, что что-то там недостроено, что-то там вот с регулированием мы никак не можем согласовать. Это все вот, это виртуальный хаб, который просто не существует и вряд ли появится. Ну вот, Михаил Иванович, вы рассказываете, а я это понимаю как то, что Эрдоган просто жестоко кинул Путина, потому что да, мы создадим хаб, да-да, и вот бесплатный газ, часть газа для населения Турции. Да, так оно и получается. Ну как? А как китайцы в свое время, когда Путин их уговорил на строительство силы Сибири? Китайцы ему предъявили такие условия, пока цены в некоторые моменты были в 10 раз дешевле, чем цена газпромовского газа в Европе. То есть китайцам это стало очень выгодно. А «Газпром», когда, который туда вот еще расширяет до сих пор, вот до 25-го, кто говорит до 27-го года, будет выводить этот проект на проектную мощность, там... не покрывается даже вот цена газа, которая поставляется китайцам, она не покрывает стоимости по его добыче и транспортировке. Не говоря уже о работе газоперерабатывающего завода, который газ этот должен пройти, прежде чем он китайцам попадет. То есть вот эти расходы, они не покрываются. Это получается так, что Россия, ну, российские налогоплательщики, потому что деньги-то откуда в России берутся, они субсидируют китайских потребителей газа. Поставляя им, ну как вот, покупают товар за 100 рублей, а продают его за 60, например, так условно говоря. То есть субсидируют вот тех, кто купил. Вот такая тут у нас коммерческая выгода у «Газпрома» и у Путина. Михаил Иванович, очень спасибо за этот разговор. Спасибо, что объяснили вот все процессы. Вам спасибо и всего доброго. Счастливо. Нагадаю вам, с нами был Михайло Крутихін, експерт з нафти і газу.